Хари Кришна, дорогие вайшнавы! Знаковое событие случилось. Наконец-то перевели на один из тюркских языков, на киргизский, вот, Бхагавадгиту. Там же жители, многие в деревнях живут, они русские не знают. А у них там рождается по 8-10 детей в деревнях. И надо как-то их тоже просвещать. Я там много раз был, в Киргизии. И там люди достаточно бедные. И хотелось, вот, чтобы по деревням их просто, может быть, как-то дарить им, этим семьям, книги эти. Поэтому такой возник план. Сейчас BBT уже издаст эти книги. Первый тираж будет 5000. Вот. И где-то надо миллион рублей, чтобы их выкупить. Второй тираж мы издадим тоже 5000 для Москвы чисто. В Москве живет около миллиона, да, живет киргизов в Москве. Но у них, конечно, они не такие бедные, не так много детей, кто в Москве живет, не по 10 заводят. Они сами будут покупать. Им будут распространять преданные на улицах, они будут покупать. А вот для того, чтобы самой Киргизии раздать бедным, то выкупить было бы хорошо их. Когда уже их издадут, можно собрать всем пожертвования и выкупить эти книги. Миллион рублей – не такая большая сумма. Может, какие-то преданные, как раз очень хорошее финансовое положение имеют, услышат эту информацию и хотели бы как-то вложиться в миссию. Вот это хорошая возможность такая. Вот этих бедных людей в деревнях киргизских просвещать, чтобы они тоже понимали науку о Кришне и пели имена Господа Кришны. И жизнь их была счастливой и удачной. Так что давайте по возможности поучаствуем в этом славном деле, просвещении дружественных нам народов. Хари Кришна.